Республика Татарстан получила в наследие от советского периода тяжелую экологическую ситуацию на большей части своей территории. Так утверждают специалисты по экологическим вопросам множества республиканских вузов и представители Министерства по экологии Татарстана. Решить проблему с загрязнением окружающей среды можно только сообща. К такому выводу пришли специалисты на встрече с директором Института экологии и природопользования и проректором по научной деятельности Казанского федерального университета. Данная встреча была посвящена организации вопросом планируемого круглого стола, который должен состояться 14 июня в стенах вуза, на котором будут решаться главные вопросы экологического состояния республики. То есть у нас будет доклад. Коллеги ездили в Москву на мусоросжигающий завод, смотрели протоколы. Надо сказать, молодой доцент, который говорит, Славгин, я не принес у них протокол посмотреть, да, и так далее. Особенно остро стоит вопрос строительства около Казани мусоросжигательного завода. Смогут ли горожане в случае строительства данного предприятия быть уверенными в том, что воздух, которым мы дышим, безопасен? Чтобы получить ответ на этот вопрос, 14 июня в рамках встречи специалисты посетят территорию поселка Самосырова и уже на круглом столе развернут активную дискуссию по одной из актуальных тем последних дней. Аделя Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз.